Мы все когда-то были детьми. Мы верили, мечтали, задавали вопросы. И что это у вас произошло? Как все это понимать? И что ты мне на это скажешь? Вопросов больше нет. Ты уже взрослый, уже надо понимать, что жизнь не такая простая штука, как тебе сейчас может показаться. Почему? Потому. Это конфликт поколений. Мы по разные стороны баррикад. Мама, это правда? Если ты соврешь, я тебе никогда этого не прощу! Это война. Где найти путь к примирению? Прости меня, дочь. Прости меня. Отцы и дети. В выходные 28 и 29 августа на ТВ-1000 «Русское кино».